Кран обледенел и может рухнуть. Надеюсь, там нет людей. О, Человек-паук! Твой кран клюет носом. Чем могу помочь? Да, в точку. Мотор накрылся, и из-за льда кран накренился на бок. Да уж, дело плохо. Я убрал людей с площадки, но он может завалиться на улицу. Нужно сбить лед, пока он не рухнул. Разберусь. Ладно, познакомиться. Юмор у меня явно хромает. Ты точно справишься? Сосульки больше тебя. Нравится. Ну, почти готово. Ледяное спокойствие мне не свойственно, но... А, позорище. Ух. Теперь найти место, откуда зацепить кран. Так, нужно просто отклонить его назад. Нет, 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 нет! Ладно, жертв нет. Но если я правильно помню, здесь с минуты на минуту проедет поезд. Надо его разломать. Тормозит! Время вышло! Что ж, все это было только верхушкой айсберга. Но... Все, на сегодня хватит шуток про лед.